В мире пока не существует ни специфического лечения лихорадки Эбола, ни вакцины против нее. А страшная болезнь тем временем начинает быстро распространяться по всему миру. Лихорадка Эбола – это вирусное заболевание. Оно относится к группе особо опасных инфекций. Летальность при этом заболевании достигает 88%. Болезнь появилась в странах Западной Африки. И уже зафиксированы случаи лихорадки Эбола в Китае, США, Германии. Оно проявляется внезапной лихорадкой 38-39 градусов, боли в мышцах, головные боли, появляется геморрагическая сыпь, то есть кровоизлияние, пятна. Больной начинает себя чувствовать очень плохо, появляются внутренние кровоизлияния. Основная опасность в том, что болезнь передается воздушно-капельным путем и даже при простом прикосновении. Заразиться ей достаточно просто. Чтобы обезопасить себя от лихорадки Эбола, медики настоятельно рекомендуют исключить любые поездки в страны Западной Африки. Татьяна Лисеева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.